дорогие жители Люберецкого района, я вас хочу поздравить с Новым годом. Пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Все работники системы здравоохранения также присоединяются к данным поздравлениям. Я считаю, что 15-й год для жителей Люберецкого района был знаменательным. Мы открыли поликлиническое отделение номер 6 на улице Назаровской, дом 3. Приобретено много дорогостоящего оборудования за счет средств бюджета Московской области, и которое будет работать для всех наших жителей нашего района. Я хочу пожелать в следующем году самое главное вам здоровья. Здоровья, удачи, успехов, счастья, благополучия, самого наилучшего в новом наступающем 2016 году. Спасибо вам за все.